Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 10 ноября 2017 года. Мы находимся в самом центре, около оперного театра имени Лысенко, на улице Владимирская. Вот вам показываю как раз оперный театр, рядышком памятник как раз композитору Лысенко. Здесь рядышком в таком уютном небольшом скверике. А Микола Витальевич Лысенко — это вот такой интересный памятник, стоящий еще с советских времен. Видите, 842-912 год. Тут красивые райские яблочки в парке. Красивый, аккуратненький парк, в котором, правда, мало народу всегда бывает, потому что он здесь в уголочке напротив находится. Здание вот большого такого академического дома 12-этажного, который относился к Академии наук Украины. В основном сотрудники, академики, академический дом. Рядом построенное новое здание, так притуленное рядом к нему, встроенное. Современное, с паркингом, с рестораном. И внизу, конечно, тоже настроили ресторан. Например, Салатейра. Ну и еще оставшиеся с советских времен первая аптека. Ну, рядом напротив аптеки сразу находится сигарный магазин. Для тех, кто не знает, сразу можно покурить и сразу зайти в аптеку. Вот сейчас тут красивые цветочки выставлены специально, потому что внизу мы сейчас посмотрим, написано 145 лет, по-моему, оперному театру. Юбилей, вот написано 10 числа, гала-концерт в Национальной опере вскоре к Станкове Сильвестру. И вчера вот тут вот была большая такая экспозиция, написано «Юбилей театра». По-моему, на 9 число. Вот, по-моему, тоже Лысенко. Наверху такая скульптура. Да. «Лебединое озеро» планируется, вижу. На выходные Иоланта концерт и другие. Шахерезада. Так, сейчас вам покажем издалека как раз красивую выставочку, которую сделали из цветов. Как раз вот тут показано юбилей театра. И написано опера. Написано опера. Здесь в центре довольно много сюда туристов. И для них, конечно же, поход в оперу — это более дешевое событие, нежели чем в оперу где-то в Австрии, в Венскую оперу или другую. Киевская опера, конечно, гораздо дешевле, особенно для иностранцев. Тут вот такой забитый перекресточек напротив конференц-зала, напротив Леонардо, большого здания с банками и магазинами. Внизу там Леонардо, это называется Леонардо Центр, фитнес-центр, магазины продают. Банк Пумп и разные, вот Альфа-банк, и там, по-моему, продают самые-самые дорогие машины, которые есть в Киеве, в одном из магазинов, вон там, именно в этом Леонардо-центре. Так, можем даже перейти на ту сторону, нам на ту сторону идти. Здесь достаточно интенсивное движение. Этот переход самый такой противный, потому что здесь очень активное движение во все стороны, и не всегда соблюдают водители и пешеходы правила движения. Особенно здесь на повороте есть, на зеленый надо идти пассажирам и машинам. И машины, конечно, отжигают сразу же, надо пересечь перед идущим по переходу, перед пешеходом. Вот такая вот это. Как раз улица Владимирская туда вперед направляется. И в эту сторону, к университету, к красному зданию университета Киевского национального. И к парку Шевченко. Тоже продолжается улица Владимирская. Хорошо, на этом будем заканчивать, на этом переходе. Смотрите наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Добавляйтесь подписчики. А мы будем вам ставить новые интересные истории из Киева, столицы Украины. Пока-пока. Всего вам доброго. Сегодня 10 ноября 2017 года.